Совсем скоро на канале Fox TV состоится премьера турецкого сериала «Птица Феникс». Сюжет сериала расскажет историю вечной любви. Главная героиня всегда мечтала о большой любви и свободной жизни, но родные твердили о том, что она должна выйти замуж. При этом они сами выбрали для нее подходящего мужа. Эти люди в первую очередь думают лишь о деньгах, и совсем не важно, что чувствует несчастная девушка. Ее мужем должен стать мужчина престарелого возраста, который вызывает у нее сплошное отвращение. И в этот момент у девушки не остается другого выбора, как сбежать. Когда она оказалась на улицах и бежала, то даже не могла подумать, с чем ей предстоит столкнуться впереди. Беглянка понимает, что рано или поздно ее найдут, но она не собирается отступать. В это сложное время на своем пути она встретит молодого парня, и это будет знак судьбы. Несмотря на то, что парень и девушка сразу же влюбились, родственники не позволяют им воссоединиться, и судьба начнет подкидывать для влюбленной пары самые различные неприятности. Но они вместе и уверенно со всем справляются. Для них самое главное – это любовь, и ради нее они будут идти до самого конца. Премьера сериала состоится 25 января на канале Fox TV. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.